Так, дорогие коллеги, здравствуйте. Добрый день. Проверяю связь, проверяю, все ли у нас хорошо. Видно ли, слышно ли? Так. Идет ли трансляция? Будьте добры. Поставьте мне, да? Так, ну что ж, дорогие коллеги, сегодня у нас с вами очень интересная тема. Прям вот очень интересная тема, очень горячая тема, очень нужная. Я надеюсь, что я вовремя вам эту тему сегодня продемонстрирую, да? И тема сегодняшнего стрима как раз-таки о новом новогодней подготовке. Назвала я стрим сегодняшний «Новый год 4D», потому что, вы знаете, мне всегда удается полноценно, так сказать, со всех сторон подойти к новогодней подготовке. Скажем так, вы знаете, наверное, все-таки сказывается мое образование. Одно из моих первых образований – это как раз-таки организатор культурно-досуговых мероприятий, да, то есть за плечами, так сказать, кулек донецкий. И, конечно, опыт, да. Вы знаете, никогда не забуду, как я работала в Египте, вы знаете, что я жила там 13 лет, и я проводила там новогодние утренники, представляете? В гостинице, это еще когда мне было 19 лет, я работала детским аниматором, и в гостинице, представляете, новогодний утренник на 4 языках, то есть так, 2 предложения по-русски, потом пошел арабский, потом пошел итальянский, потом пошел английский, но это было здорово, конечно же, да. Вот, ну, в России, конечно, организовать Новый год гораздо легче, чем в Египте, допустим, да. Здесь у нас есть декорации, здесь у нас есть хотя бы снежок, хотя бы холод, а там я помню, как мне приходилось белыми простынями все завешивать и рисовать на них хотя бы елочки, чтобы наше русскоязычное население могло немножечко почувствовать новогоднее мероприятие. Ну что ж, готовы. Данный стрим будет очень полезен как репетиторам, как учителям школьным, так и руководителям. Поэтому я считаю, что здесь будет максимально полезно для всех. Так что берем блокнотики, ручки и начинаем фиксировать. Итак, что же нужно вообще, да, знать? Самое первое, конечно, знать, для чего вы все это делаете. Дело в том, что да, в сентябре, я надеюсь, что все это тоже делали, да, в сентябре мы с вами достаточно много времени тратим на то, чтобы тимбилдинг сделать, да, то есть чтобы сдружить ребят между собой, чтобы привязать их к центру, так сказать, да, чтобы учителей с ними сдружить, как бы так, с ребятками, правда? Но за октябрь, за ноябрь, возможно, что-то поменялось, возможно, кто-то влился в новый коллектив. Но и в любом случае, конечно, предновогодние занятия – это прекрасная возможность улучшить эти все relationship. Будь это relationship учитель-ученик, будь это ученик-ученик, будь это одногруппники, администраторы, в общем, конечно, это все здорово, потому что мы все вместе здесь создаем эту волшебную атмосферу. И если у вас еще ребятки в группке не совсем сдружились, то как раз-таки вот при новогодних занятиях, это все на тимбилдинг, никогда не делайте задания предновогодние занятия, где они друг против друга соревнуются, старайтесь более то, что где они в общем вместе работают, да, и именно эти задания сегодня вам покажу, то они сдружатся еще лучше, в следующем году прям у вас будет самая настоящая живая группа. Далее, как вы себя чувствуете, когда вы заходите в магазин и звучит новогодняя музыка? Конечно, это сразу уже лучшее настроение. А сейчас, come on, мы все очень деморализованы ситуацией с COVID, с этими QR-кодами, с этими перепрыжками на онлайн, офлайн, офлайн, онлайн. И, конечно, поднять настроение нужно обязательно. Причем и себе любимым, и детворе, и родителям. Поверьте, позитив нужен всегда. И вот сейчас, через недельку, через две, уже мы с вами будем готовы сами создавать это праздничное настроение, дарить его другим.
и тогда у вас будет его еще больше. К концу года, конечно же, у нас уже с вами солнышка нет, снега пока тоже нет, поэтому силы у нас на исходе, и душевные, и моральные, и физические, поэтому как раз-таки из-за того, что у вас будут интересные, необычные проходить какие-то моменты, то вам это поможет собрать все ваши последние силы и перед новогодними каникулами жахнуть, так сказать, ух, как жахнуть. Атмосферность понятна, да, то есть где как не в наших классах, где как в наших центрах мы сможем с вами создать вот эту волшебную атмосферу, вы знаете, не только атмосферу Нового года, но атмосферу добра, атмосферу правильной, вот этой правильной, продуктивной, так сказать, вот ситуации, да. Вот, как раз-таки вот сейчас Новый год. И, конечно, вот прошлый стрим мой был на стене, вы найдете его у меня в группе Cambridge Teacher, он ВК, он был как раз-таки о том, что учеников привязывать, да, как привязывать учеников, вот как раз-таки новогодние мероприятия и предновогодние занятия, это очень хороший способ показать им, что вы очень крутые, что вы их очень любите, и тем самым привязать их к себе еще больше, да. Вот так, например, выглядит у меня план запуска, грубо говоря, да, с 6 декабря по 22 декабря мы делаем следующие вещи у меня в центре, да, во всех филиалах. Почему с 6 декабря? Потому что 3, 4, 5 у меня кембриджская сессия, соответственно, да, и все, и мы убираем все эти экзаменационные дела и продолжаем жить дальше ярко и делаем наши предновогодние занятия. Почему по 22 декабря? Потому что традиционно три последних дня года у нас проходят новогодние квесты. Да? То есть это наша традиция. Вот. Соответственно, с вот этого промежуточка дети занимаются, ну, дети, взрослые, подростки, я для всех говорю, да, потому что сегодня мы с вами будем говорить обо всех. Потому что они у меня занимаются два раза в неделю. Соответственно, у них получится всего 5 предновогодних занятий, плюс одно финальное мероприятие, которое является жиркой, жирной, яркой точкой года для участников моего клуба, это квест, а для персонала это, соответственно, капустник. Да? Не забудьте праздник сделать обязательно тоже и своим учителям, потому что жирная, яркая точка нужна всем. Там вы их похвалите и подарочки подарите, чтобы они знали, что они нужны, что вы их любите тоже, что вы им очень нужны, что они вам очень нужны и что все у вас хорошо. Вот это мой краткий, так сказать, план, да. Далее. У меня уже расписано, что мы будем делать в зоне ресепшн. Расписано, в какой день в холле, что мы делаем. Вы знаете, фотозоной дорогой, какой-то яркой я не заморачиваюсь. Все-таки мы не магазин, все-таки мы не ресторан и не кафе. И не знаю, как у вас, но у меня, например, в клубе, да, ну, называйте это школа, центр, как хотите. Но у меня в клубе, например, пространство в холле рабочее. Да, то есть оно пополняется и изменяется, и растет, и развивается каждый божий день. Поэтому не могу себе позволить взять и целую стену там выделить под фотозону. Но кое-что у меня есть, и я поделюсь с вами сегодня. Да. С 6 декабря у меня украшены все сотрудники. Что такое украшены все сотрудники? Ну, я думаю, что вы все знаете, есть короны такие, да, есть ободки там со снежинками или еще что-то. В общем-то, у меня, конечно, накуплено этого добра очень много. И кто хочет, свое одевает, но каждый урок, каждый день, вот с 6 декабря по 22, они ходят красивые, наряженные, начиная с администратора и заканчивая преподавателями, да. Далее, я обязательно включаю во все занятия, даже в экзаменационные группы, даже в самые малявочные группы, даже в самые взрослые группы, включаю элементы Нового года. Вот я вам сегодня подскажу, какие элементы Нового года можно включить совершенно вот, ну, независимо от уровня, от возраста, да. Дальше, потому что на самом деле, понимаете, мы же учим языку, правильно? Это я, вот у меня такой слоган, у меня такое мото, как бы, да, что we teach students, we don't teach books. Поэтому я не сторонник того, что надо прям строго придерживаться книжки, поэтому нельзя ничего делать там Christmas или Новый год или еще что-нибудь. Нет, это совсем не так, потому что те же экзаменационные скиллы, вы знаете, что я готовлю к кембриджским экзаменам, я не знаю, тоже изучение алфавита, тоже изучение грамматики можно сделать новогодним.
правда? Можно вставить туда, даже если вы сделаете презентацию, это все в новогодней презентации, вот как я сейчас вам сделала, да, уже настроение, правда? Далее, очень важно, если у вас свой центр, если у вас свой клуб, своя школа, то объединить их все, всех. То есть придумайте такие задания, которые будут общими для всех. То есть это для того, чтобы прокачать принадлежность к вашему клубу, прокачать принадлежность к вашему центру, так сказать. Да? Я сегодня дам вам тоже несколько идей для этого. Выбирайте, что вам под силу. Вообще цель сегодняшнего стрима – это дать вам идеи. Дать вам наметки какие-то. Я уверена, что вы как творческие личности, все преподаватели английского языка однозначно творческие личности, да, что вы сможете, соответственно, уже сделать что-то to your liking, да, то есть выбрать что-то, что подходит именно вам, конечно же, да. Так, далее. Отдельно по уровням, да, то есть понятно, что у нас есть что-то общее, и отдельно вот по каждому уровню. Я, поскольку у меня очень много групп, то я беру, не, скажем так, не по каждой группе отдельно, а я беру вот все группы А1 делают это задание, все группы А2 делают это задание. Это очень удобно, это упрощает подготовку. Да? Итак, что же единого мы с вами можем сделать? Да? Ну, для начала... С 6 числа, вот у меня 6, 7, 8 прописано в плане запуска, все участники всех филиалов и персонал в том числе, мы делаем New Year Names. Что такое New Year Names? Вот у меня уже 2 года был name Jingle Hot Chocolate. Да? Почему Jingle Hot Chocolate? Jingle, потому что я родилась 29 числа, Hot Chocolate, потому что я родилась в августе. Значит, у меня есть готовый для вас файлик, да, что это такое, Jingle Hot Chocolate, сейчас покажу вам, что такое New Year Names, где вы, соответственно, можете, вот, смотрите, где вы, соответственно, можете выбрать себе новогоднее имя, да, в зависимости от того, в какой месяц вы родились и в какое число вы родились. Вот, конечно, данный шаблон, кстати, он есть уже у меня на стене, и вы можете изменить, как вы хотите, да, на что вы хотите, собственно говоря, it's okay, но фан состоит в том, что всем выдаю бейджики, такие бейджики, да, они сами раскрашивают их так, как хотят, декорируют так, как хотят, и все время, каждый урок, 5 занятий, вы помните, у меня получается, да, носят это на шейке. И не называют они меня мисс Ольга теперь, не называют, они называют меня мисс Jingle Hot Chocolate. И это так забавно, это придает такую классную атмосферность, в общем-то, очень вам рекомендую. Вы знаете, что еще интересного? Что они сразу находят общее между собой, да, ты тоже джингл. О, а ты Hot Chocolate, и я Hot Chocolate, значит, ты тоже родился 29 числа, там, допустим, да? Вот, поэтому вот, вот так вот можно сделать. Далее, очень рекомендую, потому что, говорю, это действительно получается очень атмосферненько, и у нас прям вот прописано, что обязательно, преобязательно они должны называть друг друга именно так, и преподаватели именно так. Это забавно, это весело, это очень-очень по-доброму. Так, далее. Конечно, хорошо бы для всего клуба, так сказать, сделать адвент-календарь, сказала Ольга, которая, в общем-то, адвент-календарь будет делать первый год. Почему буду делать первый год? Скажу, почему буду делать первый год? Потому что у меня очень много групп, у меня очень много уровней, и, как вы понимаете, адвент-календарь, он представляет собой, что каждый день кто-то будет выполнять одно задание. И, в общем-то, я никогда никак не могла придумать, как же мне его сделать так, чтобы все им воспользовались. И вы не поверите, я наконец-то это придумала. Я поделюсь своей идеей, в общем-то, а вы уже там, вы понимаете, что адвент-календарей очень много всяких разных. Значит, именно непосредственно мой адвент-календарь, да, сейчас объясню, секундочку. Демонстрация. Вот он. Вот такой буду делать адвент-календарь в этом году, да? Значит, это кубики, да? Вот те кубики, которые без цифрок,
они у меня уже, в общем-то, будут стоять. Далее, я расписала каждую группу в определенный день недели, что администраторы им выдают кубик. Например, группа Smart получает свой кубик 25 числа, когда они приходят на занятия. И их там ждет задание. Если они выполняют это задание, ну, они его, конечно, выполняют, по-другому быть не может, то мы его ставим на это место. Далее, пришла в этот же день, там, 6 числа, пришла группа, я не знаю, там, Perfect. Мы им даем кубик 24, потому что у меня расписание расписано, да? И они выполняют свое задание, которое им дано 24, да? И выполнили, поставили. И таким образом каждая группа делает вклад в составление нашей елочки. И, в общем-то, у меня получается так. Опять же, я не стала хитрить с заданиями. Я их сделала по уровням. Допустим, Smart и Perfect – это один уровень, это А1. Поэтому я им придумала один и тот же activity, просто в разные кубики их продублировала, как бы, да? Вот. Я их продублировала, и таким образом, в общем-то, не буду делать. Для B1 у меня другое задание. Но все задания, в общем-то, не более 5 минут будут длиться у меня. Самое большое, может быть, будет 10 минут. И, соответственно, у меня есть преподаватели в каждом филиале, которые отвечают за этот адвент-елка, да, адвент-календарь, за этот адвент-елка. В холле у меня выделено место под елку, под саму. Над этой елкой, потому что елка должна стоять у стены однозначно, это же бумажные кубики как-то, да? Шаблончик, кстати, очень хороший, хорошо вырезается, хорошо клеится. У меня очень талантливый администратор, который это быстренько сделал, молодец, золотые ручки. И над этой елкой сверху у меня будет текст. Еще я его не написала, но собираюсь на этой недельке писать. Вы же понимаете, что до 6 декабря есть время. Напишем это как раз-таки 6 сутра. Значит, будет написан текст про то, что это такое, да? Что в этом году у вас есть возможность, каждой группе предоставляется шанс создать прекрасное новогоднее настроение, выполнив новогоднее задание в определенный день и построить, в общем-то, нашу адвент-елочку. Зная своих детей, у меня очень теплые все дети в каждом филиале, я уверена, что это у нас получится. Вот такой вот адвент-календарь, наконец-то, я так горжусь собой, что я его, в общем-то, наконец-то придумала. Так. Это мы сейчас с вами говорим общее что-то, потому что я думаю, что вы согласитесь со мной, что надо прокачивать принадлежность к центру, принадлежность именно вот к вашему, так сказать, учительскому, я не знаю, шарму, да? Итак, далее. Далее у нас есть Санта-Фуд, да? Каждый год мы, в общем-то, идея одна, но мы ее реализовываем по-разному, да? Так, например, в прошлом году у нас был Santa Challenge, по-моему, называли мы его, как-то так было, да? Что это такое было, да? У нас красивая елочка, небольшая, но красивая елочка. И у нас есть бутафория вот эта новогодняя, да? То есть борода, вы знаете, когда они на палочку это все держат, бороду, там шапочку, рога, еще чего-нибудь, да? И я сделала хэштег. Заказала, сделала хэштег Cambridge English Club, там великий ухи, что-то такое написано, в общем-то, да. И Santa фото, это фотоконкурс, в общем-то, да. Сейчас я вам объясню, а вы попробуйте угадать, какова цель была всего этого вообще, да. И цель была, значит, у нас, в чем суть была вообще, да. Родители вместе с детьми, очень важно, чтобы именно родители с детьми были, или один родитель, или бабушка, кто, в общем-то, приводит ребенка, да, они становятся к елочке, они украшаются, чем они хотят, берут хэштег в ручки, и мы их щелкаем, они щелкают, да, потом они размещают у себя на стене с хэштегом нашим, как бы, да, и пожеланием, в общем-то, клубу, вот. И потом методом, рандомным методом в определенный день мы разыгрывали какой-то приз для тех, кто это сделал, да, потому что по хэштегу администратора, в общем-то, сама могла отследить, кто участвует в этом деле. Я уже не помню, какой приз у нас был в этом году, в прошлом году, да. Сейчас покажу вам, как выглядели, в общем-то, эти фото у нас. One sec. Так, вот он. Глядите. Вот такой красавчик был, да, соответственно, то есть вот наша елочка, говорю, у меня небольшая, и вот бутафория, да, то есть видите, вот здесь слева лежат, в общем-то, все эти вещи, да, так, вот, это вот родитель как раз-таки с ребенком, да,
Вот, то есть вот они держали все это, хо-хо-хо, ты-ты-ты. Я уверена, что в интернете вообще-то вы много этих штучек новогодних можете найти. Фотореквизиты называются, новогодняя бутафория называется. А если я не ошибаюсь, в Фабуле есть все это дело у нас, да? Вот, и вот так вот мы делали. В этом году мы решили сделать это немножечко по-другому. Ну, понятно, что из года в год мне надо это дело менять. Но они также размещают фото. Потом, когда мы их отследили по хэштегам, мы это фото печатаем и присваиваем номерок. И мы хотим оформить это с санями Санты. То есть у нас в холле будут эти фотографии детей с родителями, да, и с пожеланиями, которые они нам написали, да. И, в общем-то, мы ими будем любоваться. Но 21 декабря или 22 декабря, я уже не помню по плану, неважно, мы эти фотографии берем, переворачиваем, да, и там же номерок, присваивается номерок, и, например, это Дотя моя или еще кто-нибудь у нас из звездочек наших, да, методом как лото, да, то есть он достает циферку, там, допустим, у нас 30 фотографий поучаствовало, да, то есть 30 претендентов, она берет фотографию, берет номерок лото, достает его, да, то есть мы это сделаем красивенько, с дождиком, новогодним перемотаем это лото, да, она достает бочонок с номерком, вот этот. Но у нас будет в этом году беспроигрышный Санта-фото, да, то есть кто-то выиграет 3 приза самых главных, то есть 3 места, а всем остальным мы подарим это фото на память, во-первых, да, вот, потому что это все-таки важно, это память. То есть через много-много лет они посмотрят на это печатное фото и вспомнят, вот, как когда-то папа ее водил куда-то там, или бабушка ее водила куда-то, да, или мамочка. Вот, и сладкий приз. Вот, вот такой, как бы, то есть это беспроигрышный фотоконкурс у нас будет вот такой вот в этом году. Как вы думаете, какова цель всего этого, да? Цель ведь не только создать настроение, но цель, конечно, услышать много хороших слов в свой адрес, потому что новогодние пожелания всегда пишут искренне родители. Это, опять же, я все заскриншотю и в отзывы поставлю, как бы, в свою группу. То есть это всегда хорошая возможность получить хорошие отзывы. А также это, конечно же, в общем-то, ну, можно так сказать, что это сам реклама, потому что люди у себя на стене размещают, видят их знакомые, а где это вы, и, в общем-то, пошло-пошло-поехало. Вот, вот так вот, да. И обратите внимание, что все, что я вам сейчас рассказываю, оно ничего не стоит. Я имею в виду материально. Ничего не стоит материально. Это важно. То есть, опять же, понимаете, мы говорим о том, что вот, ну, кто смотрел мой прошлый стрим про то, как привязывать людей и учеников к себе, да, то вот мы как раз-таки говорим про нематериальную мотивацию, она очень важна. Далее, Secret Santa. В этом году мы делаем следующее. Мы тоже пишем текст в родительские чаты, в нашу группу, в общем, информируем максимально возможными способами, которые у нас есть, наших родителей, детей о том, что мы запускаем проект Secret Santa. С 6 по 18, по-моему, декабря, вот так у нас, да, детки, кто хочет участвовать, дети, взрослые, подростки, они приносят подарок, ну, в пределах 200 рублей, скажем так, да, вот, на свое усмотрение. Администратор это все заворачивает в одинаковую бумагу, в коробочку складывает, пишет, что это Secret Santa, и ведется список, кто принес, да, и в определенный момент, в определенный день они приходят и достают подарок. Если это их подарок, они возвращают его на место и берут, в общем-то, новый. И таким образом, опять же, вам это ничего не стоит, а детям будет очень приятно получить подарок от кого-то другого. Кстати, этот Secret Santa я делаю также со своим персоналом. И во время капустника, во время новогоднего корпоратива мы все это им раздадим. То есть у них будет Secret Santa, когда они друг друга чем-то поздравят. Ну, конечно, там 200 рублей, там мы 500 рублей оговариваем. Вот. И будет не Secret Santa, то есть я и мой супруг, который всегда, в общем-то, обильно и щедро поздравляем свой персонал в этот праздник. Далее. У нас есть мега-раскраска в холле. Было такое, что мы даже мега-раскраски вешали в классы, потому что настолько всегда хорошо идет мега-раскраска, даже с подростками, вы себе не представляете. А вокруг него мы вешаем пожелания центру. Значит, опять же, я это буду делать в адвент-календаре, то есть задание это будет в адвент-календаре подросткам уже, да, то есть это будет такое подростковое задание от уровня А1 и выше. Они нам пишут пожелания, естественно, на английском языке, и мы их вешаем вокруг мега-раскраски. Таким образом, у вас уже получается, вы себе представляете, да, красивая, новогодняя, добрая стена. Вот. Это вот что у меня общее, да, еще раз повторюсь, прежде чем идти дальше, что вот это вот все нужно для того, чтобы прокачать принадлежность к вашему центру, что-то, что делают все, во всех филиалах, все дети, да. Далее, атмосферность. Как же придать атмосферность?
Ну, во-первых, вы уже видели, да, что у меня украшен, в общем-то, весь персонал. Далее. У нас стоит, говорю, небольшая елочка. Вы уже видели эту фотографию. Так вот. Тоже элемент занятий, у меня фрагмент занятий. Один из преподавателей ответственный за то, чтобы после того, как детки выполнили, там, поиграли в новогодний добель, например, там, или поиграли в новогоднюю настолочку, или лексику новогоднюю повторили, да, или песенку новогоднюю там спели, whatever, то она ходит, вводит деток к елочке, а на елочке администратор, пока все были там заняты своими, в своих кабинетах, повесила либо сушки, либо конфеточки. Вот. И вот одна группка пришла, покормилась возле елочки, администратор, хоп, повесила далее, как бы, да, потом вторая группа пришла. Так вот, опять же, повторяюсь, да, я уже говорила об этом в предыдущем стриме, что пирамида Маслоу, вспоминаете пирамиду Маслоу, да, что самая первая человеческая необходимость, это, конечно, поесть, попить. Вот используйте Новый год как раз-таки для того, чтобы их покормить. Это так здорово всегда. Вообще вот детки прямо у нас приучены и прямо уже ждут Новый год, потому что они знают, что будут небольшие угощения. Вам это будет стоить просто копейки. А удовольствие они просто вот получат массу. А в другом филиале у меня, например, нет места поставить даже такую елку, на которую повесить. У меня стоит небольшая, совсем небольшая, сантиметров 50. И у меня там есть новогодний шар. Можно использовать коробку из-под новогоднего печенья. Вот там лежит все, да, то есть, ну, вот так вот можно сделать, допустим. Но вот прям советую такую идейку взять себе. Конечно, у нас на ресепшн звучит новогодняя музыка. С этим проблем нет, тем более, что уже в группе Cambridge Teacher я с вами поделилась той замечательной музыкой, которая у меня звучит. Три дня одно, три дня другое, чтобы не надоедало ни детям, ни родителям, ни самому, в общем-то, администратору. Это важно. А музыка звучит постоянно, только вот когда идет сам урок, и администратор не хочет слышать, она может включить, а так, когда уходят, приходят, оплачивают, это все постоянно у нас звучит, естественно, английская музыка на ресепшн. Окошки. Окошки, конечно, вот украшаем мы, вот, соответственно, если у нас 6 числа уже все начинается, то к 6 числу должны быть все окошки у нас украшены. Вот, покажу вам сейчас. Немножечко, фрагмент маленький, да? Так, покажу вам сейчас маленький фрагмент. В группе у себя нашла как раз-таки, да? Так, коллеги, я надеюсь, что видно. Я надеюсь, что видно, как это все у меня здесь есть, да? То есть вот так у меня стоит елочка, вот, кстати, флажочки. Вот это висят, кстати, пожелания тоже. Это подростки мне писали пожелания, да? Вот когда-то мы украшали окошки вот таким вот способом, в общем-то. Так. Ну, я думаю, что вы уже представляете себе, как вы это можете сделать, в общем-то, да. Вот, и каждый раз у нас, в общем-то, по-разному это происходит. Так, вот небольшие такие как бы атмосферные уголочки у нас стоят. Вот новогодняя бутафория, да, про которую я вам говорила. То есть вот так мы это ставили в цветочный, вот эту зеленую штучку такую из-под цветов, да, бутафорию ставили туда, чтобы ее было, в общем-то, удобно делать. Вот, это вот мега-раскраска, о которой я вам рассказывала, да. Естественно, огоньки у меня везде, огоньки в каждом классе. Это очень-очень-очень важно, конечно же. Вот обои, которые тоже в огонечках у нас, да. И вот, смотрите, в холле, вот о чем я говорила, что у меня стены очень рабочие в холле, да. И каждый раз вот здесь все по-разному. Вот здесь у нас были, например, Christmas Poems. Они выбирали, заучивали. У нас был конкурс однажды, Christmas Poems. Читали, что им, в общем-то, что им угодно, что их душе угодно. Так, ну это немножечко мы отвлеклись с вами и поговорили про атмосферность. Очень много есть новогодних флажков разных, да, Happy New Year написано, просто с новогодними различными атрибутами, как бы, да, всегда очень хорошо смотрится. Итак, ну а теперь поговорим о фрагментах занятий, да, то есть ранее мы с вами говорили о том, первое, для общего, так сказать, дела, да, то есть нам надо что-то, что прокачает ценности клуба, что прокачает принадлежность к вашему клубу. Мы далее говорили про атмосферность. А теперь про занятия. Неважно, чем вы занимаетесь, неважно, какие группы у вас есть, какой возраст и какой уровень, собственно говоря, да, вот в этом цель сегодняшнего стрима моего, да, чтобы показать вам, что это все можно делать со всеми, в общем-то, людьми, да. Итак, первое.
Например, каждый преподаватель у меня ведет, вы знаете, что у меня круговая система, поэтому каждый преподаватель ведет полчаса. За эти полчаса он обычно берет 3-4 активности разные. Да? Так вот, в этом году я попросила их взять бумажные стаканчики в новогоднем, с новогодним рисуночком, вы понимаете, да, о чем я говорю, то есть одноразовые стаканчики бумажные. Вот. И вот, допустим, у меня запланирована сегодня песенка новогодняя, далее у меня запланирован кроссворд новогодний, далее у меня запланирован граммобук, страничка такая-то, и еще Ольга сказала, что я вожу детей к елочке кормиться. И вот она это все тын-тын-тын написала, завернула и в стаканчик бросила. И пришла к детворе с 4 своими стаканчиками. Если 3 активности, значит 3 стаканчика. 5 активностей, значит 5 стаканчиков. Ну, максимум 5 у нас, да? И смысл в чем? Что все эти 5 занятий, вы помните, почему 5 занятий у меня, да? Детвора выбирает, какой стаканчик они берут. И от того, в общем-то, они должны сделать все в идеале. От того, какой стаканчик они выберут, у каждого преподавателя есть какой-то сюрприз там, кроме новогодней елочки там, да? То они и выполняют, в общем-то, да, то есть это очень хороший способ научить их автономности, да, дать им выбор все-таки. Это можно еще сделать также носочками, да, то есть новогодние вот эти стокинс на стене можно развесить, да, у меня это не вариант, потому что преподаватели двигаются, а детки сидят. Если у вас один кабинет стабильный, это очень красиво будет смотреться с новогодними носочками на доске, на стене где-то, в которой вы предварительно кидаете задания, которые они должны выполнить. Согласитесь, со всеми подходит абсолютно и группами, и уровнями, и так далее, да? Далее. Очень атмосферненько всегда показывать новогодние commercials. Что такое commercials? Вы тоже найдете их уже у меня на стене, я выложила их, и в прошлом году выкладывала. Это небольшие рекламные ролики, американские, британские, например, известных компаний, как та же Coca-Cola, там, Lewis и другие, там, Airlines какие-то, British Airlines, они очень добрые. Да, они идут 2-3 минуточки, но они совершенно не про Льюис и совершенно не про Кока-Колу, да, то есть они учат доброте. Christmas commercials можно поискать, или просто у меня прям очень большое, штук 20 я выкладывала в прошлом году, и в этом году новенький тоже подкачаю, прям альбом у меня есть в ВК, Cambridge Teacher, про Новый год. И, в общем, что я делаю, да, мы выключаем свет в классе, включаем наши новогодние огоньки, и смотрим commercial. Он идет на английском языке, или может даже вообще идти без языка, собственно говоря, и потом его разбираем очень быстренько, в общем-то, с кем на английском, с кем на русском, буквально пару слов, для того, чтобы все-таки использовать этот шанс и научить их доброте какой-то, да, потому что они всегда учат какому-то доброму, я не знаю, поведению, да, вот один из моих любимых commercial, например, по-моему, Льюис это, когда у мальчика был пингвин, и он с этим пингвином везде, в общем-то, ходил, и на горке катался, и однажды пингвин заскучал. Почему? Потому что пингвину, в общем-то, он был друг этого мальчика маленького, да, а пингвин все время засматривался на пары, то есть там папа с мамой, там молодые люди, а пингвин чувствовал себя очень одиноко. И вот на Новый год мальчик подарил этому пингвину что? Пингвиниху. Да? То есть все-таки это было так, ну, it's very touchy, it's very touchy. Я вот чуть пока рассказывала вам, уже сама чуть не расплакалась, потому что смысл в том, что дарите то, что нужно другим. Не то, что ты считаешь нужным, а дарите то, что нужно другим. И что, конечно, человек должен быть с человеком, а пингвин с пингвинихой, так сказать. Ну, в общем-то, вы найдете, что сказать по каждому commercial. Далее. Понятно, что нам нужны новогодние песни, причем и для подростков, взрослых, и для детей. Для детей очень много всего, для подростков тоже много. Например, Shake Up the Happiness, вот из Эльзы, как бы, да, новогодняя песня, в общем-то, много всего. И это обязательно нужно. Новогоднюю лексику, конечно, мы прорабатываем. Уже в Cambridge Teacher вы найдете flashcards различные, да. Так вот, много продают хороших материалов. И PPT готовых, и игр, и настолок. И я вам хочу сказать, не жалейте, потратьте вы эту 1000 рублей, но купите классные готовые новогодние материалы. Они помогут вам английский проработать вдоль и поперек, плюс с новогодним уклоном. Я не хочу сейчас рекламировать, у кого я это, в общем-то, покупаю, но я это покупаю ежегодно и пополняю свою коллекцию.
У меня столько материалов уже накопилось, в общем-то, новогодних, и я их целый год коплю, в общем-то, эти идеи и записываю, что я буду делать из года в год. Есть традиции, которые я повторяю, а есть что-то новенькое, что я подкупаю. Но я вам, конечно, рекомендую, в общем-то, это закупить, распечатать, заламинировать и пользоваться. Далее. Хорошее задание у меня идет следующее. Да, в холле у нас стоит свеча большая. У меня есть один очень романтичный преподаватель, мой замечательный заместитель. И вот она это проводит просто на ура. Она сама по себе такая спокойная, романтичная натура. Вот она берет этих подростков и делает с ними one minute talk. Да, то есть включается свечка, света нет, они рассаживаются, она может ему их угостить ароматным чаем. И вот они вытаскивают карточку, где надо, допустим, порефлексировать, там написано на английском языке, естественно, да, как бы самое незабываемое событие этого года. И вот они одну минуту о нем рассказывают. Или что-то, что ты хотел бы изменить в этом году. В общем-то, там такие задания как бы есть, да. С малышами она это делает, читает новогоднюю книжку, да. То есть это может быть либо на планшете, и вот передают, каждый прочитал там абзац и передает это по кругу, да. Однажды мы сделали это на покрывале, то есть мы на пол постелили покрывало, и прям живую книжку в середине свеча, живую книжку, в общем-то, мы передавали и читали. Это было очень здорово. Это просто такие вот незабываемые впечатления. И English, come on, и English. И, как вы видите, подходит для любого возраста, в общем-то, да, и для любого уровня. Да? Так, далее, двигаемся, да. Новогодние сценки. Новогодние сценки – это тоже, вы знаете, очень хороший, как бы, Новый год у нас с вами, хорошая причина, наконец-то, сделать сценки, да. Вот, например, мне нравится, я думаю, что вы тоже влюблены по уши в этого Стива, Стив и Мэгги, которые, да, и вот у него есть Christmas Pudding, такая песня. Christmas Pudding, Christmas Pudding, да-да-да, да-да-да, я еще тот певец, поэтому я прошу прощения за свой голос, конечно. Так вот, однажды я это прямо увидела у себя, и загорелась тоже моя преподаватель, та же сама, кстати, которая свечки делает, да, потому что у нее тоже еще музыкальное образование, и она сделала целую постановку этого Christmas Pudding, и мы сделали так, то есть это были дети уровня А1, и мы сделали конкурс, то есть они сначала это репетировали каждый урок буквально 5-10 минут, потому что там слов очень мало, репетировали, потом она из ничего просто создала, из покрывала сцену, и мы, в общем-то, за которую они все это делали, сейчас я вам покажу. И мы сделали такой конкурс, то есть мы вывесили потом видео всех этих групп, и мы сделали голосование. В общем-то, люди, родители, все голосовали, какая группа лучше, в общем-то, была, да? Вы же понимаете, что это популяризация ваша, да? Так, сейчас включаю Christmas Pudding посмотреть. Показать вам, да, кстати, все эти видео, да, вы можете найти у меня в группе ВКонтакте, в моей рабочей группе, не Cambridge Teacher, а называется «Английские великие руки», да, там как раз-таки можно увидеть все, что, о чем я рассказываю, да. Итак, Christmas Pudding. Christmas pudding, Christmas pudding, nice and hot, nice and hot. Sprinkle on the sugar, sprinkle on the sugar. Eat a lot, eat a lot. Christmas pudding, Christmas pudding, nice and hot, nice and hot. Sprinkle on the sugar, sprinkle on the sugar. Eat a lot, eat a lot. Ну, я думаю, что вы зарядились позитивом, так же, как и я, в общем-то, да. И, ну, мало слов, правда, но вот прям это можно сделать так ухтышно, как сделала она, и будет просто здорово вам, да. Также много есть шортплейс различных, правда, в интернете можно найти новогодних сценок именно мероприятий, но это всегда понятно, это всегда прям по контенту идет. Конечно, дети пишут письма Санте. Есть прекрасные activity, это fortune teller, когда они загадывают желание, крутят это колесо, и он им показывает, сбудется, точно сбудется, чуть позже сбудется и так далее. Да? Кстати, я вам подготовила, поделюсь этим шаблоном. Я уже не помню, откуда я его взяла, сейчас покажу вам, как он выглядит. И я, конечно, с удовольствием поделюсь с вами
этим шаблоном. Можно его сделать как бы по-другому совсем, да, это просто дать вам идею, что хорошо как раз время будущее можно отработать, да. Вот так он выглядит, да, то есть можно сделать его как Санта Ноус. Я помню, мы делали, по-моему, со спиннером его как бы, да. Вот, и, в общем-то, они его крутят, и получается, как бы, да, сбудется, не сбудется, и так далее. В общем-то, funny и very, very nice. Так, по-моему, это language stuff. Да, language stuff, насколько я вижу, как бы, да. Вот такой замечательный шаблон. Тоже интересное, такой touchy moment такой достаточно. Ага, snowman names. О, забыла вам показать эту замечательную фотографию snowman names. Сейчас вместе поищем, у меня на стене. Итак, что такое snowman names? Каждый божий Новый год у нас все двери классов, где занимаются малявочки, украшен snowman names. Да? Значит, вот, допустим, у меня имя из Ольга, 4 буковки. Да? Значит, первый кружочек, представьте, что это кружочек белый, да, snowman. Первый кружочек – это snowman, которому я выбираю сама шапочку, шарфик, то есть у меня все вырезано это есть, да? Вот, и потом 4 буковки свои, то есть из snowman из 4 букв стоит O, L, G, A, да? И таким образом получается, как бы, мы вешаем потом все это, то есть они приклеивают это, получается такой длинненький snowman, очень симпатичный, очень, как это сказать, адаптированный под ребенка, потому что он сам это делает, да? И прям на дверь вешаем того класса, где они занимаются. Естественно, не с внутренней стороны, а с внешней стороны, чтобы родители тоже все видели. В общем-то, классно получается. И перед самым уходом на Новый год, на новогодние каникулы, они этого сноумена с собой забирают и на елочку вешают. Да. Так, давайте сейчас быстренько в моей группе ВК найдем, как это выглядит, потому что это выглядит просто мега круто, просто мега круто. Так, тут видите, сколько у нас всяких фиш, я говорю, что мы новогодние включаем огонечки, да, и просто вот занимаемся, да. Так, ага, это все, кстати, вот у меня в группе, видите, я говорю про новогодние задания, как бы, да, что вот я покупала, по-моему, это у Антонины покупала я кровец, вот такие, как бы, тоже замечательные вещи, они украшали елочку, это там prepositions было, в общем-то, да. И как раз это все подошло. Вот, кстати, видите, это Christmas pudding, уже по-другому был в прошлом году у нас, да. Так. Значит, сейчас мы найдем snowman names. Потерпите со мной, мои хорошие, вам будет это интересно. Не нашлось. Так, сейчас мы посмотрим. Только new year name. Так, как же это найти-то мне быстрее, а? Так. Не найти, представляете, не найти. Так, ну сейчас попробую быстренько найти в здесь. Потому что это прям, вы знаете, отличный такой activity, стоит потратить немножечко времени, показать вам, что я имею в виду. Ага. Так, это приблизительно выглядит вот таким образом, вот так вот. Приблизительно это выглядит вот так, понятно, да? Вот таким образом. Вот. И это очень здорово выглядит, это очень красивенько, это очень симпатичненько и очень атмосферненько. Вот, поэтому highly recommended, как говорится. Так, далее погнали. Ага, общая елка с нашими звездами. О, это прям такая крутая вещь у меня получилась. Уже не помню тоже, где идею взяла эту, но адаптировала под себя. Помните, у нас в Фикс Прайсе были такие фетровые елочки? Так вот, они были удобны тем, что на них можно было цеплять, в общем-то, все, что угодно. И мы сделали следующим образом. Сначала идея была, что новогодние шары, просто новогодние шары такие, да, и вовнутрь поместить детей, фотографию детей. Мы их прям, они приходили, мы их прям щелкали, быстро-быстро потом на обычной бумаге принт делали, да, распечатывали и вставляли. А с другими группами мы делали my new year costume, да, то есть новогодний костюм. Они себе сами рисовали, то есть мы давали им вот такую маленькую бумажечку, они сами себе рисовали, какой новогодний костюм они хотят. И мы, опять же, пока они рисуют, мы быстренько их мордашки пощелкали, распечатали, прицепили наверх к этому костюму,
и на елочку повесили. Сейчас покажу, что, в общем-то, из этого получилось. И что, какая была реакция, в общем-то, людей на это дело. Смотрите, вот, да, то есть вы видите мордашечки детей, и прям вся елка у нас была этим делом окружена, и просто обычными булавочками, естественно, хитрую елочку вы зацепляете, и когда родители заходили, понимаете, они, о, и Петя здесь учится, о, и Вася здесь учится, то есть у них была прям такая вот реакция, конечно, да, ну и дети друг дружку рассматривали тоже, это было очень здорово. Наверное, вот отсюда я взяла эту идею, наверное, да? Так, угу. Опять же, да, вот вы заметили, что я все, что вам не говорю, в общем-то, вам практически ничего не будет стоить, да? Далее, по ролям. Вот со взрослыми группами мы разыгрывали по ролям мистера Бина кусочек и Love Actually. Знаете, когда он там подарок, заворачивали ему подарок. Мы раздали слова группам B1, B2, потому что там короткий фрагмент, минуты 3-5. И кто хотел, в общем-то, это делал. И мы тоже это сделали конкурсом. Вы себе не представляете, безумный отклик был от подростков, как они это сделали. Забейте у меня в руки Love Actually, чтобы я время уже сейчас не теряла. Я почти час вещаю. А еще столько всего хочется вам рассказать. И, в общем-то, вы увидите, какой конкурс у нас и ажиотаж вызвала эта сценка. Кто-то прям вот сделал целым видеороликом. Ну, вообще классно было, конечно. Про Christmas Poems я уже рассказывала вам, да. Мини-букс, конечно, в помощь нам. Можно сделать новогоднюю мастерскую, но, наверное, это не на занятиях, а просто экстренные, конечно, да. И любые, в общем-то, по грамматике задания, там, я не знаю, я прошу своих учителей на эти 5 уроков делать в презентациях новогодних. Темплейт, кстати, новогодние темплейт для презентации есть уже в группе Cambridge Teacher. Заходите, скачивайте и работайте с ними. Всегда хорошо идут новогодние закладочки, кстати, да. Но самое главное, конечно, сделать план запуска. Неважно, руководитель вы и работаете вы сами на себя, но очень важно, конечно, чтобы все это было структурировано. Вот так, например, у меня выглядит план запуска в этом году. Да? Все, тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын. Что делает админ, что делают все, с какого по какое число, что надо закупить. Вот так выглядел план запуска в прошлом году, да. Кто за это отвечает, что мне надо сделать, где это проходит, с какого по какое число, да, в общем-то, все это, конечно же, надо, как говорится, сесть, прописать и продумать заранее. Но, дорогие мои, но, несмотря на то, что вы создали эту атмосферность, отработали английский язык с помощью веселых, интересных новогодних фрагментов, да, которые я вам продемонстрировала, должна быть вот четвертая точка, да, четвертая, вот я говорила вам, 4D. Первое, мы с вами говорили про общее что-то единое, что прокачивает принадлежность к центру. Потом мы с вами говорили за атмосферность, это музыка в холле, там рожки у преподавателей, все такое. Потом мы с вами говорили за фрагменты, новогодние фрагменты на занятиях. И четвертый, 4D, это будет финальная, яркая, жирная точка года. Как я уже говорила, у меня это лично для персонала капустник, для детей, для всех участников клуба, не только дети, подростки, взрослые, это новогодний квест. Да? Опять же, у вас, ну, сейчас у нас есть с вами возможность, в общем-то, выбрать, самой сделать, прикупить то, что может быть. Это может называться утренник, но, в общем-то, какое-то прям яркое такое новогоднее мероприятие должно быть. Я лично делаю это без родителей, однозначно без родителей, то есть вместо урока дети приходят и играют, и они это знают. И финалом квеста у нас всегда раздача подарков. То есть смысл в этом – пройти квест и заработать подарок. Новогодний подарок. Конечно, максимум английского, но и максимум фан, но и максимум проявления себя. То есть разные конкурсы я так делаю. Но еще и, конечно, максимум вот этой доброты, дружелюбия, так сказать, ну, в общем, вот так, да. Далее, не забудьте сделать хоть какой-нибудь розыгрыш призов. Как я вам говорила, у меня это фото Санта, например, да. Не скупитесь на подарки, не скупитесь на подарки, да, но и не слишком шикарно, конечно, это тоже должно быть. И что еще? И что еще? У нас же взаимодействие это идет не только с детьми, правда, но у нас взаимодействие еще идет с родителями.
Когда-то давно эту идею, кстати, я взяла, идею писем взяла у Светланы Ярмац, да, руководитель студии Big Ben, и также она является разработчиком системы CRM, по которой я сейчас работаю, Big Ben, о том, что надо слать письма родителям. И вы знаете, у меня так это хорошо зашло. 2 раза в год я рассылаю родителям письма. И вот первый раз это как раз-таки в Новый год. Но если вы не представляете, нет, вы представляете реакцию родителей, когда они открывают свой ящик почтовый, и там лежит письмо от Кембриджа новогоднее. У нас же Кембриджский клуб называется, да? Новогоднее поздравление от Кембриджа. Вот. Кроме того, что оно все очень персонализировано, реакция родителей вот, всегда была какая, что, боже, среди всех этих счетов и реклам вдруг что-то приятное, да, и когда они его открывают, то они там видят что? Они видят фотографии своего ребенка с группой его у нас в клубе. Они видят открыточку от нас новогоднюю, в нашем брендовом стиле. Они видят карточку успеваемости. Опять же, повторюсь, поскольку я работаю по Big Ben CRM, там нажатием одной кнопочки, в общем-то, печатается CRM, карточка успеваемости, да, и письмо от меня, от руководителя, очень теплые, добрые слова, персонализированные, подписанные мною лично, да, то есть шаблон я печатаю, а вот имя ребенка там и подпись свою живую ставлю, также мы туда кладем пакетик рождественского чая, немножечко сыпем конфетти, там, снежиночки, вот, ну, в общем, так, чтобы оно было не тяжело, но, в общем-то, очень приятно. И, вы знаете, мы в ответ получаем тоже очень много, не писем, нет, но очень хороших отзывов в наших соцсетях. И я хочу вам показать, если вам интересно, я думаю, что вам всегда интересно, как это было, в общем-то, да, что это, как это выглядело. Но конверт я не буду показывать, тут все понятно. Вот так выглядела фотография каждой группы, да, то есть мы заранее, с конца декабря, в этом году мы тоже это делаем, ставим группу, только в этом году мы еще решили всех преподавателей туда, и фотографируем их у нас в холле. С помощью Canva я делаю эту рамочку, обязательно подписываю место, что это Cambridge English Club, что это 20-й год, и родителям безумно приятно было это получить, поверьте мне. Далее я покажу вам, как выглядит карточка, да, как выглядит карточка, и покажу, как выглядела наша открыточка. Опять же говорю, да, то есть я все, в общем-то, это делаю в Canva, у меня платная версия, потому что я много пользуюсь Canva, и, конечно, несмотря на то, что там много бесплатных функций, все равно платная, конечно, дает гораздо больше, и, ну, оно того стоит, я считаю, это небольшое вложение, но если у вас свой центр, то я сам себе дизайнер, не могу это передоверить никому другому, потому что сама не знаю, что я хочу. Вот так выглядела наша открыточка. И на обратной стороне было поздравление на английском языке. Далее мы делали вот такую progress card, карточка успеваемости, тоже, то есть тут по юнитам, сколько в тестах она, то есть, ну, в общем-то, прогресс детенка, да, 133 балла она из максимальных 156 заработала, это, в общем-то, конечно же, очень хорошо. И покажу вам шаблончик письма, который мы делали в прошлом году. В этом году, конечно, уже будет другой шаблончик. Ну, каждый год, в общем-то, я меняю. И слова, конечно, меняю, потому что ситуация разная у нас каждый раз. И, в общем-то, в зависимости от уровня детей, в зависимости от того, насколько они мне близки, как долго они ко мне ходят, я тоже это все меняю. Вот. И, в общем-то, вот такие добрые слова на русском языке мы пишем родителям. Спасибо, что вкладываетесь в будущее ваших детей. Спасибо, что остаетесь с нами. Спасибо за ваших замечательных детей. Тут мы пишем имя такое-то, такое-то, такое-то. Что мы пытаемся раскрыть внутренние таланты, потенциал вашего Васи, там, например, да, и так далее. И, в общем-то, конечно, пожелания очень теплые, как бы, да, от нас, от администрации. Вот. Ну, в общем-то, вот так вот все по-доброму у нас есть с родителями, да, и, поверьте мне, они это очень-очень ценят. Еще, знаете, что хотела вам сказать, что первое, что хочу сказать, да, после просмотра этого стрима, после просмотра этого вебинара, если вы оставите отзыв у меня в группе ВКонтакте, в Teacher, Cambridge Teacher, там есть, так называется, отзывы о моих вебинарах, вы найдете его в обсуждениях, да, то я вышлю вам, если вы захотите,
Я вышлю вам, так, где это у меня, вот это у меня, материалы, которые я вам сегодня показывала, да, то есть вот вы увидите здесь все, все эти activities, new your names, а все шаблоны для письма родителей, что я вам сейчас показывала, да, activities, я много не показала вам, но кое-что, в общем-то, еще поделюсь с вами, да, то есть вот у меня для вас есть целый вот такой вот готовенький, в общем-то, файлик. Кроме этого, я хочу, знаете, что еще вам очень посоветовать, да? Я очень хочу вам посоветовать новогодний квест. Вы знаете, в прошлом году я первый раз сама писала новогодние квесты, и у меня получилось очень-очень здорово. И поэтому эти новогодние квесты с сегодняшнего дня я объявляю продажу. Значит, у меня есть квест «Ingle Jingle», который для подростков и для взрослых подходит, вне зависимости от того, какой уровень их языка или какой их возраст. И у меня есть эльф-квест, который подходит для младших школьников. Цена каждого квеста 1000 рублей. Вы получаете полностью видео того, как проходит квест, то есть прям вот участие, да, в этом квесте, как это все проходится. Вы получаете полностью все материалы, которые надо распечатать и заламинировать по этому квесту, видеоинструкции и также прописанные инструкции, да, как что делать, также орг-моменты все, да, что до квеста сделать, во время квеста, после квеста, как отзывы собрать, что родителям написать, что деткам сказать. В общем-то, все это здесь у вас есть. Поэтому я хочу сейчас немножечко показать вам видео. Возможно, вас этот квест заинтересует. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь, если вы хотите яркую, красивую точку в конце года. Она у меня готова для вас. И обращаться за этим, конечно, только ко мне в личку. А так, коллеги, пишем план запуска, выбираем то, что вот касается 4D-подготовочки, выбираем то, что будет нужно именно вот для ваших детей, или что вы хотите сделать. Сейчас выбор у нас большой. И, конечно, в группе Cambridge Teacher вы всегда найдете очень много этих полезных, красивых новогодних материалов, которые эффективно и фан создают, и атмосферу, и, конечно, прорабатывают английский язык. Ну что ж, на этом все. До скорых встреч. До свидания.